У российских банков теперь есть право блокировать карты, с которых совершаются сомнительные платежи. Это позволяет новый закон о борьбе с мошенниками. Как известно, есть перечень нестандартных операций для клиента. Например, если пользователь каждый месяц снимал с карты по 30 тысяч и вдруг сразу 100. Теперь это повод для блокировки. Под контролем отныне частые переводы или даже нестандартное для конкретного клиента нажатие на кнопки банкомата. Однако сотрудники банка обязаны связаться с владельцем карты и предупредить его о блокировке, которую, кстати, автоматически снимут через 2 суток, если клиент не придет в банк сам.